лучшие из лучших и кто стал победителем, подвели итоги Всероссийского педагогического конкурса «Учитель родного языка и родной литературы». Важные достижения республики в различных отраслях. Карачаево-Черкесия примет участие в международной выставке-форуме «Россия в Москве». Росфонд помогает в сборе средств на лечение детей в списке и житель микрорайона Московский Даниил Гордиенко. «Горец с душой поэта» под таким названием в Учкекене прошло мероприятие, посвященное творчеству Расула Гамзатова. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Мурат Чанкёзов. В Карачаево-Черкесии подвели итоги Всероссийского педагогического конкурса «Учитель родного языка и родной литературы». Награждение лауреатов состоялось в амфитеатре Черкесска при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и главы республики Рашида Тимрезова. Подробности у Артура Мхце. Продолжавшееся почти неделю состязание между педагогами из более чем 7 десятков регионов России должно было определить не только лучших в своем деле учителей родного языка и родной литературы, но и наиболее передовые и оригинальные методики преподавания. Могу создавать эмоции, могу делать так, чтобы дети сопереживали вместе со мной и были сопричастны к той деятельности, которой мы занимаемся на уроке, профессия учителя будет жить. Представитель Владимирской области Артем Гусев получал образование в столичном вузе, после чего вернулся, чтобы преподавать русский язык как родной в своем городе Гусь-Хрустальном. И вот теперь он один из претендентов на победу во всероссийском конкурсе педагогов. Когда все задания были выполнены, настала очередь томительного ожидания. Впрочем, для этих людей уже само участие в финальном этапе можно считать победой. Ведь позади остались тысячи коллег из десятков регионов страны. Перед торжественной церемонией с учителями и присоединившимися к ним финалистами Всероссийского конкурса среди воспитателей встретились министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Оба поблагодарили конкурсантов за те знания, которые они несут детям, за терпение, заботу и желание сохранять языки и культуру народов. Изучение родного языка начинается с детского сада, с дошкольного учреждения. Конечно, важно поддержать и показать значимость воспитателей дошкольных учреждений, которые прививают родной язык. Мы должны говорить о том, что все хорошо у нас в плане родных языков. И опять же, здесь ответственность нельзя перекладывать только на образовательную систему нашей страны, а в первую очередь надо говорить о том, что родные языки идут из дома, с улицы, села, из общения там между детьми в первую очередь. Но вам за ваш труд низкий поклон и слова благодарности. И вот кульминация всероссийского конкурса. В амфитеатре названы имена тех, кто, по мнению экспертов, показал себя чуть лучше остальных. Первое место среди учителей родного языка и родной литературы занял представитель Владимирской области. Завершившийся в Карачаево-Черкесии профессиональный конкурс уже можно считать частью истории. Впрочем, самим его участникам он наверняка запомнится как событие, которое помогло познакомиться с новыми людьми, лучше узнать педагогические методики коллег из других регионов, что-то перенять для дальнейшей успешной деятельности. Артур Мхце, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия». Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов обсудили вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ. Было отмечено, что уже больше недели над этой темой работает рабочая группа, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, и руководство Министерства просвещения России. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок.
Все предложения по внесению изменений в указанную главу учебника будут согласованы с рабочей группой. Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной, чтобы защищать родину. В годы Великой Отечественной войны представители репрессированного карачаевского народа наряду с другими мужественно защищали родное отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО. «Многонациональность – это всепобеждающая сила России», говорит президент Владимир Путин. «На этом строится единая государственная национальная политика. Репрессии в отношении народа всегда характеризовались президентом как несправедливость и преступление». Рашид Тимрезов считает недопустимым искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, и выразил благодарность министру просвещения за решительную поддержку в данном вопросе. Уверен, наши дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа нашей великой родины России, отметил глава Карачаева-Черкесии. В Москве состоится международная выставка «Форум Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения нашей страны в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Программа выставки насыщена. Помимо деловой части, будет культурно-развлекательная. Мероприятие направлено на дальнейшее международное сотрудничество Российской Федерации. Чем удивит Карачаево-Черкесия? О подготовке к важному событию Альбина Ламкова. Исключительность и превосходство России. Подтверждением этого факта станет международная выставка «Форум Россия». Она состоится в Москве по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На ней представят достижения в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Каждый регион нашей страны расскажет о своей уникальности. Стенд Карачаево-Черкесии планируют разбить на 3 зоны, где можно будет узнать о самобытности, достижениях и возможностях нашей республики. Воздух, можно пить. Все отлично, все очень нравится. У нас Россия большая, мест много. Пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были в России. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма всесезонного. Удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и многих других туристических ресурсов, густая населенность предгорий и гостеприимство местного населения делает Карачаево-Черкесию регионом, одним из наиболее привлекательных для посещения туристами. Поэтому в концепции выставочного зала одной из зон стала ближе к горам. В ней представлено уникальное многообразие природы нашей республики. Богатство нашей многонациональной республики – это люди. Каждый народ заслуживает внимания своей необыкновенностью и колоритностью. Быт, кухня, культура и традиции – все это представят в зоне ближе к людям на международной выставке форуме «Россия». Карачаево-Черкесия по праву считается астрофизической столицей России. Высоко в горах, между станицей Зеленчукской и поселком Архыз, на высоте 2100 метров над уровнем моря, расположен самый крупный астрономический центр. В нем используют уникальное оборудование. Его применение позволяет ученым изучать далекие звезды и галактики. Для того, чтобы гости могли прочувствовать масштабы специальной астрофизической обсерватории РАН, разрабатывают удивительный макет Вселенной. Он будет представлен в третьей зоне ближе к звездам. В рамках международной выставки форума «Россия» запланирована обширная образовательная, культурно-развлекательная и деловая программа. Конечно же, наша республика гордится и славится не только ее жителями, красотой природы, но и достижениями в самых разных сферах. Последние десятилетия отмечено высоким развитием промышленного сектора. Реализованы прорывные проекты в туризме, социальной сфере и сельском хозяйстве. Яркий тому пример – сады Карачаева-Черкесия. Каждый год республика получает высокий урожай фруктов, созданы новые рабочие места. Должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. Совсем скоро, 4 ноября, территория ВДНХ станет главным местом демонстрации важнейших достижений России. Мы призываем всех
жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей и главу Северной Осетии Алании Сергея Миняйла с Днем Республики и 239-летием Владикавказа. Северная Осетия славится невероятной красотой природы, многовековой историей, богатым культурным наследием и гостеприимством. В ней живут мудрые и трудолюбивые люди, которым есть чем гордиться. В регионе активно развиваются экономика, промышленность и сельское хозяйство. Достигнуты успехи в туристической и социальной сферах. Продолжают реализовываться программы и проекты, направленные на улучшение качества жизни. Нашей республике связывает многовековая дружба, построенная на взаимоуважении и доверии. Убежден в их дальнейшем развитии и укреплении на благо жителей наших регионов и всей страны. Сердечно поздравляю братский народ республики и главу Северной Осетии Алании Сергея Миняйла с праздником. Русфонд помогает в сборе средств на лечение детей. В списке и житель микрорайона Московский Даниил Гордиенко. Стоимость лечения 241 тысяча рублей. Практически вся сумма уже собрана, не хватает 19 тысяч рублей. Именно эту сумму Русфонд просит помочь собрать жителям Карачаева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Моя мечта – быть машинистом. Молодец. Ой. Что тебе для этого нужно? Ходить. Даниилу Гордиенко 14 лет. Он учится в 7 классе в школе-интернате микрорайона Московский. Как и большинство детей, он любит гулять, играть в компьютерные игры, ездить на поезде, посещать новые места, но не может это сделать без посторонней помощи. Из-за диагноза детский церебральный паралич Даниил с раннего детства проходит восстановительное лечение в разных медучреждениях страны. Когда ребенок маленький, он ведь начинает, ну, прыгать. Вот он любит прыгать, он любит скакать. То же самое любил делать Даниил. У меня ужасно болели руки. И в какой-то момент мне мама сказала моя, Надь, понимаешь, говорит, теперь ты его руки и ты его ноги. Это у меня, мое сознание как бы вообще перевернуло, скажем так. Потому что, да, я поняла, что куда я его приведу, там он и окажется. Куда я смогу с ним дойти, там он и будет. Позади у Даниила и его мамы множество больниц и реабилитационных центров. Казань, Тула, Петербург, Москва и другие. Вытотерапия, массаж и другие современные методы лечения отнимают много сил и средств, но дают результат, говорит Надежда. Самое главное, что всегда, пусть минимальный положительный результат или наоборот какой-то прогресс дается. И это тоже дополнительно вливает силы. Вливает силы, как он улыбается, как он делает шаги, как он придумывает какие-то истории для себя, новые слова говорит, играет в новые игры на планшете, делает что-то самостоятельно, какие-то делает умозаключения. И ты видишь, что ребенок растет, развивается. Даниилу требуется пройти восстановительное лечение в Институте медицинских технологий в Москве. Для этого нужны деньги. Работает отец, да, подрабатывает мама. Мы все стараемся ради него. Но когда сумма лечения идет за 2 недели от 250 тысяч и выше, а ребенку это лечение нужно по 3-4 раза в год, это действительно крайне тяжело собрать. И помощь надеешься только вот на тех, у кого есть средства, у кого доброе сердце, кто готов помогать вот таким деткам. Стоимость лечения 241 тысяча рублей. Для помощи Даниилу отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети» и любую сумму. Например, «дети» 100. Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Следующий наш репортаж о славном сыне Карачаева-Черкесии, герое Советского Союза Халмурзе Кумукове. О подвиге героя расскажет Шерифат Лепшокова.
Халмурзак Умуков – гордость ногайского народа и всей Карачаево-Черкесии. Его бюст, установленный здесь, на аллее героев в Парке Победы, напоминает нам о его беспримерном подвиге. Он погиб, закрыв с собой амбразуру немецкого пулемета, но остался в вечности. Монумент на аллее героев – один из нескольких установленных Халмурзе Кумукову в республике. Каждый год сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти погибшим в самой кровопролитной войне в истории человечества. Имя героя золотыми буквами вписано в летопись Карачаева-Черкесии. В августе 43-го у села Сухознаменка Харьковской области Украина он повторил подвиг Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского пулемета. Это было решение не восторженного юноши, а 30-летнего мужчины, отца двоих детей. Командир роты позже вспоминал, солдаты не могли двигаться вперед, сдерживал немецкий дзот. Уничтожить его первым вызвался джигит из Кавказа, ставший на фронте коммунистом. Не задумываясь, Халмурза пошел навстречу смерти. Цель была достигнута. Неумолкаемый шум вражеской огневой точки затих. Рота прорвалась. И все увидели. Дзот был закрыт телом Халмурзы. Директор республиканской библиотеки Салых Хабчаев как никто знает об истории этого подвига. Будучи школьником в ауле Гюрюльдеюк, он случайно в газете прочитал среди повторивших подвиг Матросова фамилию своего земляка. Тот еще мальчишкой в 30-х переехал из Иконхалка в Карачаевский аул, работал трактористом в местном колхозе, позже на кирпичном заводе. Совсем юным Халмурза Кумуков женился на Шамшиет Бытаевой, в семье росли двое детей, с которыми позже был дружен Салых Хабчаев. Это он им расскажет о подвиге их отца, статью школьника о герое напечатают в газете «Ленинское знамя». Его материал прозвучит и в «Пионерской зорьке». В Гюрюльдеюк посыпятся письма со всей страны. Вот такой материал опубликовали, потом пошли уже звонки, потом уже конкретно мы начали заниматься. Приехал его командир роты стрельков из Украины, встретился с их родственниками, в том числе с женой, и меня пригласили тоже как вроде человека, который занимается этим делом. Я с ним разговаривал, очевидец, который видел его подвиг. Верный друг с обостренным чувством справедливости, не знавший усталости в работе, Халмурза славился в ауле своими шутками, был великолепным танцором. На фронте пел однополчанам ногайские и карачаевские песни. Его любили за доброту и храбрость. Но так ценивший жизнь, в нужный момент он без сомнения расстался с ней. Я разговаривал с теми, с кем он работал, я застал их. Например, Умаров Касым был такой уважаемый в ауле человек. Касым характеризовал его, значит, как действительно патриота. Был такой Кумуков, одна фамилия всего, он председателем колхоза, тогда еще работал. И вот они очень интересно рассказывали о нем. То есть все это было заложено, значит, как говорится, родителями. Вот у него вот это было, воспитывалось, наверное, все-таки его коллегами, друзьями, товарищами. В 90-м звезду Героя Советского Союза вручили его дочери Зое. Подвиг Халмурзы Кумукова навсегда останется в памяти людей как символ бесстрашия и беззаветной любви к родной земле. Шерифат Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия. «Горец с душой поэта». Под таким названием в Учкекене прошло мероприятие, посвященное творчеству Расула Гамзатова. На нем говорили о творчестве поэта, читали стихи и исполняли песни на его стихи на разных языках. Подробности у Али Баташева. «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришли. Эта песня, узнаваемая с первых строчек, самое известное произведение Расула Гамзатова, положенное на музыку. Поэт написал его после посещения мемориала девочки Садака Сасаки в Японии, умершей от лейкемии вследствие ядерного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что выздоровеет, если сделает 1000 бумажных журавликов. Но чуда не произошло. В самолете при возвращении на родину Расулу Гамзатову сообщили трагическую новость о смерти его мамы. А еще он вспомнил о погибших в годы войны земляках. Эти впечатления легли в основу стихотворения, писал поэт в статье «В небе журавли». «Стихи не возникают из мелочей, я цитирую. Они начинают звучать в такт с чувствами, родившимися после глубоких потрясений. Я подумала о своих братьях, не вернувшихся с войны, о 70 односельчанах, о 20 миллионах убитых соотечественников. Они постучались в мое сердце, скудной чередой прошли перед глазами и на миг, показалось, превратились в белых журавлей». В литературной гостиной библиотеки прозвучали стихи и песни поэта в исполнении театра поэзии «Кредо» из Пятигорска. К
коллектива «Трио Созвездия» и школьников из Малокарачаевского района. Много говорили о значении творчества Расула Гамзатова. В каждом своем произведении Гамзатов провозглашает общечеловеческие ценности. Родина, мать, дружба, любовь, верность, совесть, порядочность, мужество – это общечеловеческие ценности. На каком бы языке ни писал бы поэт. Перу Расула Гамзатова принадлежат тексты хита Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни», «Я тебя никогда не забуду» Юрия Антонова и многих других. В этом заслуга не только гения поэта, писавшего на аварском языке, но и таланта его переводчиков, отмечали выступающие. Впервые песня «Журавли» прозвучала и на карачаевском языке. Ее исполнил Кемал Узденов. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. С 1 октября ожидается индексация военных пенсий на 5,5%. Вместе с этим будет увеличено жалование военных, а раз вырастет зарплата, которая является базой для расчета пенсионного обеспечения, то вырастут и сами пенсии. Таким образом, общее увеличение пенсий составит 10,5%. Также индексация ждет граждан, находящихся в статусе, приравненном к военному. Какие еще льготы и пособия имеют участники СВО? Интервью Альбины Курачиновой-Кенжевой смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.